Капремонт 2016 года подходит к своему завершению. В этом году по этой программе будут отремонтированы около 1000 домов. На это региональным операторам программы были выделены 3 миллиарда рублей. Специальная комиссия проверила исполнение программы в домах. На данном объекте были выполнены ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения. Оборудование более долговечной эксплуатации, не колется, удобнее монтажникам пользоваться, удобнее обслуживающей организации. Датчики движения установили, которые помогут экономить электроэнергию жителям и обслуживающей организации. Энергосберегающие осветительные приборы, лампы, прожекторы. Пожаробезопасные элементы, там рукава, комплектующие, щитки. Ну, все сделано как положено по СНИПу. То есть мы уверены в своей работе и гарантируем ее качество. Тепло дали, дали, все нормально. Свое они все забрали, железо все не увезли, да. Трубы там, батареи все увезли. Спасибо, что заботитесь о старых домах, о старых пенсионерах. Сделал молодцы. Фондом началась работа по организации работ по программе следующего года. Ведется подготовка к конкурсным процедурам по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ. Будут отремонтированы около 900 многоквартирных домов.